Слава Легион. Пожелай Мише Безверхову перестать бухать и в приступах белочки творить всякую дичь. Здравствуйте, девчонки. О, я по губкам тебя пошлепал бы, малыш. Сколько тебе лет? Сам ты тюрень. Похож, да. Я просто сейчас в халате, потому что, ну... Скоро умру, скорее всего. Чё? Чё ты ржёшь? А ты болеешь? Да, у меня рак. Офигеть. Он сейчас... С халатом. А почему у тебя фильтр на голове? М? Почему у тебя фильтр на голове? Я привыкаю просто к лысой голове. Скоро побреют просто на лысый. Нет, ну ты покажи себе без фильтра. Я не могу. Сколько вам лет? А сколько дашь? 15. 14. Блядь. О, пойдем в доту поиграем. Я знаю, что ты любишь доту, блядь, играть. Возьмем пару энергетиков, блядь. Что ты любишь? По-любому какой-нибудь драйв, наверное. Нет. Блядь, Торнадо. Нет! Ёб просто заколола челку, чел! Сука! У тебя по любасу есть в любимых энергетиках монстр белый, блядь. Ну что ты пиздец? Ёбаная дренерша. Нет! Нет, я не такая! Я заколола челку! Окей, мне просто у тебя септум, мне нравится. У меня не септум. А что это? У меня крыло. У меня просто септум. А ты вообще откуда? Чё? А ты не мог, типа, при мне это развернуть, чел? Ну так, просто стыдно немножко. Слышь, чувиха? А, маска, чё? Зайка, маска, всё. А, да, реально, бля, просекла вообще движуха, бля, малая. Mm-hmm. Слышь, сколько лет твоей задницы уже, блядь? Моей ноль. Пакеш. Отдыхаешь. Хуя себе, схуяли, малая, блядь. Сегодня отдыхаешь. То есть ты устраиваешь такой движ тут, блядь, флирт со мной, блядь. А потом такая сливаешься, блядь. Нет, нет, нет. У тебя пиздатые стрелки, малая. Хоть тебе 14, блядь, 15, там, не знаю, сколько тебе лет там. Ну, блядь, пиздатые. 18. 18, блядь. Да. Ты уже ёбаная или еще нет? Нет. Рвана или нирвана? Нет. Что нет? Нирвана. Нирвана? Рейп ми? Сука. Да-да-да. Это меня... Дай свой, давай свой. Есть Инстаграм? Да, не-не-не, схуяли. Как тебя зовут? Никак, походу уже. Почему? Ты пиздец. Схуяли. Ты пиздец. Объясни. Ты сейчас какой-то, может быть, стрим ведешь? Схуяли. Что-то снимаешь. Ну, не без этого, конечно. Но это если только ты согласишься тоже. А как тебя зовут? Имя-то есть? Тебя хотя бы на прощание, может, даже. Чел. Как бы тебе сказать? Андрей. Здорово, сука. Дай свой инстаграм. Нет, нет. Бля, ты сидишь уже как змея, блядь, пиздец, блядь, извиваешься. Ты просто хочешь ебаться? Хочешь нет, потрахаться? Нет, просто у меня ноги болят. Вот, покажи. Вот они болят. Ну покажи, ты можешь ее вверх поднять? Нет. Тебе 18, ебани сальтуху. Точно! Ну слушай, я... Извини, но не могу. Сядь на шпагат. Сяду, но только ты этого не увидишь. Схуяли. Потому что камера не будет направлена. У тебя есть парень? Да. Тебя зовут Айгуль? Нет. Просто по глазам вижу, что какая-то ты не особо-то русская, да? Так я русская полностью. Потому что брови, может, накрасила сильно. Что-то не похоже на полностью русскую. Ладно, спасибо.
Да не за что. Не, ну просто так, у тебя... Ты знаешь армянский язык? Никакой не знаю. Может быть, какой-нибудь... Неважно. Парня у тебя тоже нет? Есть. Сколько встречаете по муж, времени? Муж есть. Пиздишь, муж. Покажи, покажи колечко на пальчике, въеби. Не, это хуета, блядь, это хуета. На пальчике. Её, тебя Мавили зовут? Мавили? Мавиле? Мавиля? Блядь. Тебе в чатике пишут. Мавилены, да, сказали Мавиле, написали, блядь. Да, блядь, за что ты так надо мной издеваешься? Не надо, пожалуйста. Мавиле, это что, ты ВКонтакте нашли, что ли, Мавиле? Это ты ВКонтакте подписан или чё это? Нет. Тебя зовут Мавиле? Нет. Пиздоболка, блядь. Ну можно и так, добавьте, добавьте, добавьте. Короче, Мавиле, блядь. Ее, ее. Добавляй ее, туда ее. Куда? Туда ее. Туда ее. Это ты или не ты просто, бля? Обоснуй. Да, 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 я. О, это типа мы. Это мем дедушки, да, да, да. Я, блядь, еще расскажи. Давай, давай. Давай, давай, блядь, что ты, давай, блядь. Сугивать ты обезьянка, конечно, 18-летняя, блядь. Так ты нирвана еще, блядь, заебись. Сколько города? А тебе скажи, самому захочется. С этим-то намеком и спрашиваю. Махачкала. Я в пизду. Дагестан. Что-то не хочется. Ладно, шучу. Покажи, покажи. Я ни разу реально не видел живого человека, который вот реально показывал Дагестан из окна. Можешь показать реально? Да, блядь, я угораю. А откуда ты? А откуда ты? Нет, я не скажу, не трогай. Почему? В чем проблема? Сейчас меня вычислят челы по IP твои. И что будет? Они и так вычислят, если захотят. Какая разница? Да страшно, не надо, давай-ка не надо. Чё ты, кольцо настоящее, у тебя фильтр стоит. Это не настоящее кольцо. А, ладно. Сука. Я бы трахнул, послышь. А я тебя видела. Где-то. После этой фразы, да, решил? Эту фразу где-то была в интернете, блядь. В порно. Не смеши, пожалуйста. Вот, без проблем. Я русская. Да, да, реально похоже. Скажи что-нибудь по-русски. Я пью водку, ебашу медведя балалайкой. Слишком толсто, слишком толсто, очень толсто. Ладно, халики параша. Ладно, я шучу. Окей. Или не шучу? Сколько ты в неделю дрочишь? Да хватит, с такими вопросами меня доёбывают. Почему? Не ладно, хорошо, ты играешь в игры? Играешь там, ну, в какие-нибудь игры на компьютере? Да. В какие? КС. В КС-ку какое звание? Какой ранг там, блядь? Какой левел фейс это? Не скажу. Почему, блядь? Ну, пожалуйста, не доёбывайте меня. Ты под травой, что ли? Подожди, это... Ты 69-го слушаешь, блядь? Что? Кто это играет? Lil Uzi Vert или 69? Playboy. Playboy Curti, о, бля, обожаю Playboy Curti, блядь, ебать, ничего не жил. Пиздишь, чел. Алиса, включи Playboy Curti на полную громкость, нахуй. Включаю Playboy Curti. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Who stars and I'll bitch, you better be ready. I'ma take my time, I'll bitch, you know I'm ready. I'll be right now, bitch, you know I'm ready. Go! She look like the same color as Gravy. You call on by my gang, it's her man. Them niggas not no dogs, they some fish. I'm playing with them birds like on ledge. We pop right by the curb, they can't tell me. I'm smoking on the rush, you just know it. This bag I got all orange like the family. My bitch, she say she want me, niggas talk. We got them on the block, we talk to snap. We push up to your spot, that's your snap. Free all the young niggas, free on them. Free all the young niggas, free my cousin. Pussy ass niggas always bluffing. Pump fake, nigga, you ain't talk. Okay. Да, малая, короче, слышишь, что-то я пошел, блядь, заебался с тобой, короче, как-то я, блядь. Хорошо, блядь. Хорошо. Может, тиски покажешь, короче? Не-не-не. А, что нахуй-то? Привет. Привет. Красиво, как тебя зовут? Маша. Хорошее имя. Маша, ты с какого города? Я с Ростова, на Дону.
Почему Украина показывается? Не знаю. Окей, Маша, а ты... Сколько тебе лет? 20. 20. Маша, у тебя парень есть? Ты мне сейчас так вопросы задаешь наводящие, будто ты стрим снимаешь. Давай попробуем вести диалог. Просто я немножко пытался тебя раскрепостить. Ладно, хорошо. Мне 20 лет. Дальше какой вопрос был? Так ты... Я же говорю, давай вести диалог, блядь, нахуя опять вопрос-то, блядь. Сука, тупо... Блядь, да, блядь, женщины, блядь, женщины, нахуй. Здорово. Ты мне хуй показывал, долбоёб, свинота, блядь. Привет, старичок, привет. Давай, давай, нормально в этот раз. Только без нервов, без нервов. Без нервов, успокойся. Забудем про прошлые обиды. Как у тебя дела-то вообще? Пивка, может? Пивка, по пивку ёбнем сейчас с тобой, правильно? По пивасику, блядь. О, ты уже? Хорошо. У меня ещё мажетелька тут есть. Как у тебя с тех пор дела-то? Смотрю, футболка та же, наушники тоже. Чёлочка, в принципе, тоже, скорее всего, не мыта. Но у меня большие перемены, бро. Переехал, короче, блядь. Чуть поближе к, ну, к Невскому, в Санкт-Петербурге живу, может, забыл. В принципе, все наладилось более-менее. Прикинь, Twitch еще разбанили, короче, на Twitch пойду. Бля, я думаю, вообще все, огонь. А, и RL-движуху начал делать. Звать, короче, с сайта знакомств, типов всяких, с аккаунтов. Тебе подробности рассказать? Да. Тебе подробности рассказать? Давай. Давай. В общем, с тех пор тебя за жопу прищемили на предыдущем жилье. Маму твою, Иру, ну, как я тебе говорил, ну, если ты сомневаешься, что я твой отец, как бы, ну, ты зря. То есть ты пробил вообще всю инфу. А я уже две хаты сменил. А ты про одну. Ты про какую говоришь? Про первую или про вторую? Про вторую. Здравствуйте! Здравствуйте, мама. А он уже знает. Алюка. Добрый вечер. Снимаю шляпу. Добрый вечер. Все уже знают, да. Старичок, это не новая информация. Мою фамилию, ну, бро, что-нибудь можно и, конечно... Бро, как бы это, ты еще в прошлый раз говорил, что у тебя есть своя игра. Про игру не помню, конечно. Игра? Ну, ты говорил, я там это, да, типа, моя игра, вся фигня. А, ты, скорее всего, про рэп-басты. Нет, я тебе говорю про прокуратуру. Пока еще не в курсе. Блядь, нет. Нет? Да что ты? Ты меня сдал? Ёбаная срань. Да не надо оскорблять, зачем? Зачем? Нормально же. Я тебя не оскорбляю, да я тебя не оскорбляю. А что у нас прокуратура-то? Ты меня сдал в полицию, что ли, блядь? Или не ты? Не ты, а кто? Твои знакомые? Так зачем знакомые-то? Ты... Кто-то... Так, откуда информация, что ты написал послушай, мне заявление? Послушай, Калюка, на тебя никто не писал заявление, успокойся. Бро, просто я, ты не заставляй нервничать, мне придется сейчас пиво со стола убрать и разговаривать серьезно. Это мы сейчас сидим, как в баньке. Ну, возьми пиво, возьми, мы с тобой поговорим. У меня жена возражает, но мы с тобой поговорим. А твоя жена знает, что ты мне пишу показывал? Знает, да. Как она вообще к этому относится? Что, что твой писюн пол интернета видела? Мемы с ним делала. Ну классно, ну как она должна относиться? Ну не знаю, блядь, не знаю. Ну, а ну, если, ну сам прикинь... подумай это. А не, ну ладно, ну, еще там давай, люди, да? Там, а если давай, родственники, родственники там вдруг? Родственники, да, ну родственники. Писюн ну, посмотрит твой, блядь, скажет, ну сын дебил. Сколько тебе лет, кстати? Тебе сколько? А, сейчас, подожди. 24, да? А ты меня поздравлял с днем рождения недавно? Нет. Я думал, мы друзья. Друзья. Подожди, я сейчас звук выключу. Да. Лёля, тут это, Калюка, подожди, извини, пожалуйста, извини, я с ней поговорю. Ты меня прости, пожалуйста. А это. Угу. Давай, валяй. Почему? А, я думал, вали, господи. А ты с я Украины, говорю, что давай, ли? Валяй. Валяй, понял. Ты с Украины, что тебе ли? Тебе какая разница? Просто интерес человеческий, сугубо личный, мне кажется, и все. Ну, давай. Я могу твою биографию рассказать. Знаете, ну давай расскажи. Это вот тот самый хакер... Сейчас, перед этим.
Это хакер 777, паблик его есть и сейчас кинется в чат, но заявки туда принимают очень долго. Нужно стать реально нормальным челом. Все, погнал, бро. Паблик, заявки скидываются. Понятно, ты у нас бедный несчастный, где-то жил там в Пушкино, потом переехал куда-то не, не, там. Не-не-не, стой. Не Пушкино, Пушкино это в Московской области, Пушкин. Ну ладно, Пушкино. Вот угу. Так, да. Потом где-то там жил и учился в, это самых, в этих самых ебенях. В Колпино. Колпино, да. Вот, Колпино. Это вся вот эта вот самая отложилась на твою, собственно говоря. Мне, кстати, очень приятно с тобой сейчас беседовать. Отложилась на... Ну, да что, спасибо. Да, очень. Я так соскучился по тебе, дорогой мой. Ну, а ты мне будешь сегодня хуй показывать? Слушай, нет, ты меня дорогим не называй, ладно? Ну да, там, в принципе, не так дорого-то, в принципе. К сожалению. Но ты уже это можно... профессионально меришь? Я ж видел просто, ты ж показывал. Ну что ж, могу сразу. Ну ты видел, а уже тебе как это профессионально? У меня побольше, я свой побольше оцениваю, в принципе. Ну я понял, что у тебя-то побольше, а ты уже как профессионально оцениваешь. Все. Картинку одну покажу. Ну я могу, не, сравню со своим, бро. Мне не надо картинок. Одну. Одну. Ну хорошо, покажи. Одну. Ладно, нет. Давай, сейчас вот. Мы оценим. Ты такой талантливый. Ты вот так, это, помнишь, это с тобой раньше шикарно. Мемы делали? Ты раньше, короче, высовывал наушник из компьютера и говорил, я тебя не слышу. Я понял, ну да, и что? Ну прикольно было, ты реально такой, знаешь, ты сидишь такой, там троллишься, ты меня перебиваешь, мне даже не сказать, но это не диалог. Да почему, почему должен быть диалог-то? Ну ты же, блин, со мной вроде нормально сказал, нормальный чел там, типа, все там, как бы мы с тобой, наверное, на хорошей, на доброй ноте. Ты сейчас ерзать начал. Я с тобой не ерзу. Я тебе изначально сказал, что я рад тебя видеть, вон пивко на стол поставить. Главное, чтобы ты эти наушники классно, опять не высовывал классно. И не говорил, я тебя не слышу. Покажи, как ты это делал, кстати, ну, не помнишь? Ладно, я не буду. Не заикайся только, все нормально, не переживай. Все свои? Пиво я уберу. Не заикаюсь. Да, я понял, просто из-за пива, возможно, так. Ну хорошо, ладно, я не заикаюсь. Да. У меня жена сердится, я не могу как бы... Позови ее сюда, пообщаемся. Кого? Жену свою. Иди ты нахуй, блядь. Жену буду звать. Боишься, она что, стрёмная, что ли? Ты боишься показать ее? Вот смотри, это... У тебя такой нету. Зачем мне 40-летняя жена, блядь, с отвисшими сиськами, чел? Я понял. Ты как мне это сам, надо, 20, я понял, да. Ты как 24-летний, в принципе, такую жену не можешь иметь. Так мне не надо ее иметь, я имею... Вот ну, тебе и не надо, у тебя такой не будет. Так и не надо, блядь. Я видел твою одноклассницу. Это не одноклассница. А что это? Это самая лучшая в мире девушка, дорогой мой. Это какое-то уебище, блядь. Ты затроллился. Ну ладно. Обиделся. А что мне обижаться? Ну я типа нравилось. Чуть-чуть потроллил твою 40-летнюю, ты начал такой, а у тебя хуже. Чел, тебе сколько лет вообще? Ты как маленькое дитё. Мне вообще 47 лет. 47, тем более. Я тебе чуть-чуть твою жинку потроллил. Да. Я понял, как ты думаешь, я вот буду на такую хуйню разводиться? Ну ты мне же раз хуй показывал и наушники высовывал, с компьютера кричал, ну что я что? Не... Ну и что, я тебе второй раз могу хуй показать. Давай. Ты хочешь хуй посмотреть? Показывай. Любишь хуи? Раньше так не говорил, раньше ты сразу показал. Ну подожди. Все-таки цепануло все-таки. Чего цепануло? Ты хуй любишь? Сугубо интерес показать всему интернету, что есть такие дурачки, как ты, чувак. Ну, конечно есть. Ты хочешь хуй посмотреть? Я же только что ответил. Показать интернету, что есть дурачки, как ты. Ну, хорошо, ладно, есть такие дурачки. Ты хуй смотришь? Че, долбоёб, что ли? Я же тебе объясняю. Нет, почему? Ты хуй смотришь? Не думаю. Не думаешь или смотришь? Не думаю, что могу посмотреть на него. Правда? А ведь смотришь? Не думаю. Ну что ты не думаешь? Ну не думаю, что у тебя закончилось, да, все? Не думаю. Конечно, закончилось. Я говорю, вот есть хуй, ты на него смотреть будешь? Не думаю, что смогу. Мне кажется, нет. Мне кажется, что у меня не получится, потому что, ну, блядь, такая, бро. Такая дура просто не прогрузится у меня в экране. Такая дура просто не прогрузится в моем разрешении экрана. Ты достаешь, и у меня просто сразу интернет падает. Я понял, в прошлые разы ты смотрел.
Докажи. Че тебе доказывать? Доказывай, что смотрел. Ты уже там это в своих видосах обрезал и не один раз. Конечно. Обрезал его не я. Давай это ты к врачам сходишь и уточнишь информацию. Слушай, ты как еврей, короче, обрезаешь это не один раз. Не я его обрезал, не надо гнать. Пупсик. Хорош. Я тебе не пупсик, я тебе тот человек, который тебе на бабки... Я тебя буду звать Машенькой. Послушай, душечка. Маша. Послушай, душечка. Я тебе тот самый человек, который тебя сделал на бабки. Нравится тебе это или нет? На какие бабки? На твои. Как? Вот так вот. Канала ты лишился? Нет. Посмотри. Нет. Посмотри. Правда? Посмотри. Да что ты? Основной канал. Сейчас посмотрю. Он жив. Правда? Да. Да, зайди, основной зайди. Остался жив, да. Зайди, да, что ты, душечка, блядь. Зайди, как глянь. Хочешь зайди. Лишиться его? Зайди, зайди. Давай, его? Давай. Хочешь лишь? Давай. Давай. Обоссался, давай. Дурачок. Смотри. Ничего да, ты подожди, не сделал. Ну. Подожди, подожди, да. Душечка. 3 месяца. Что 3 месяца? И ты обоссышься. Через 3 месяца? Нет, ты в течение 3 месяца обоссышься. А, в течение 3 месяцев. Да. Все, надеюсь. Буду ждать тогда. Я накопить буду специально мочевой пузырь, чтобы побольше было, чтобы потом на дудоне хоть адмирал. Ну хорошо, ладно. Ладно, 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 покопи. Если человек бубнит... Ты сейчас бабосы получишь? Да, я хуя. Конечно, да хуя, чувачок. Ты, да, бабки, тёлки, тачки. Это все, что мне нравится по жизни, блядь, чел. Да, и чего у тебя нет? Я гоню быстро. Лансер 147 лошадиных сил, дурында, блядь. Лансер? Не на... Конечно, блядь, дура, какой блядь. Какой еще лансер-то? Ты десятый. Митсубиси любишь? Десятый. Митсубиси любишь? Мне нравится очень сильно, конечно. Митсубиси. Да. Вот это параша. Не сказал. Ну ты и сам параша. А у тебя какая тачка? Ты обиделся все-таки, толстенький. Да мне зачем обижаться? А у тебя какая тачка? Ты как ты меня... Стоп, ты так не ответил. Давай по существу. Как ты меня на деньги-то кинул-то по итогу? Неважно. Я тебя еще раз кину, если ты не понимаешь. Да. Я вот это буду таким это самым. Чел, ты там такой это крутой чувак, или как тебя там писали? Гений. Ага, гением, да. Вот я буду очередным. Но это мне так писали. Это мне. Ну, да, 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 да. Я понял. Я буду таким очередным гением, который кинет тебя на бабки. Попробую. А в очередной раз. Если да, получится. Хочу пробовать так. А как ты? Какой очередной раз, я не понимаю, дурачок. Да, да, смотри. Ладно, да, ладно, да, ладно. Only facts. Не, ну, ты можешь, конечно, через каждое слово смеяться, попробовать, но мне кажется, что нервничаешь сейчас очень сильно. Ты можешь. Ну, классно. Ты можешь нервничать. Мне какая нахуй. Так ты моими словами против меня же играешь, типа, что за бред, так не работает, чел. Мне 24, тебе 47. Мне зачем? Каково это вообще, на самом деле, общаться вот с 24-летним парнем, типа, и, в принципе, ну, подсасывай хуй, расскажи, вижу, пожалуйста. 20... Да, я рассказываю. Да, я вижу 24-летнего уёбка, который живет за счет там, допустим, Ютуба, блядь. Искренне надеется. Вот. Послушай, ты будешь слушать или перебивать? Нет, стой, поправлю. Еще Васт и Твич. Нет, все. Ага, я в курсе насчет этого всего. В общем, ну, донат это там, это отдельная история. А ты сможешь мне забрать деньги еще с Твича и с Вазда? Нет, не смогу. А мне зачем? Ты говоришь, что у меня деньги сбираешь? Ну да. Приличную часть. Сука, я хочу... Какую, я не понимаю. Ну ладно, бог с ним. Неважно. Так расскажи, ну уже, ну скрой карты. Да не буду, не буду. Сидит я Джокер, понял, я понял, да. Сидит Джокер такой, да. У него есть 2 козыря, или 3, покер, он покер, такой сидит, да. Мафаня, и я тебя уничтожу. Чел, мы с тобой виделись год назад, после этого я придумал много чего нового, послушай, и это было... Чел, ты мне хуй в камеру тыкал, блядь, интеллигент хуев, блядь, ну, псевдоинтеллектуал. Да, вот хуй в камеру тыкал, вот это тебе... Быдло говорит, блядь. Тебе не понравилось? Полторашечку разливушки пьет, блядь, говорит, слышь, быдло, блядь. М. А может быть ты, сука, быдло? М? Маргинал, блядь, люмпен. Нет, неправда. Ты тот еще люмпен. Нет, я тебе тоже, я точно об этом говорю. И женушка твоя тоже далеко. Я эту тему завел, я тебя готов сейчас нагнуть, и это самое. Тебе не понравится. Сука, хорошо, давай
От меня вопрос, потом от меня. Ирочка. Есть пробирки. Ты готов? Ирочка, тебя. От меня вопрос. Потом ты. Что ты выберешь? Давай, только давай, нормально. Давай. Только нормально. Ну ты про Ирку это проигнорировал. Да успокойся, ну что ты, ну моя мама, ну, ладно, Ира, что ладно, дальше, ладно, я не понимаю. Давай. Смотри. Это только если ты приебешь, ты нихуя не интеллектуал, ты будешь быдло. Смотри. Хорошо, представляй ладно. Ситуацию, моделируем ситуацию. Ты давай, лежишь в кровати. Моделируй. Справа подожди, тебя мама, подожди, сзади папа. Подожди, папин подожди, писюн подожди, в твоей попе на 3 сантиметра, твой писюн на 3 сантиметра в маме, в какую сторону подожди, будешь двигаться? Подожди, ну ты как это все как интеллектуал говоришь. Mm-hmm. А я хочу заметить, что это вот человек, который, собственно говоря, учился где-то там в каком-то там якобы колледже. Спаск. А по сути своей какой-то фазанки и не доучился. Сейчас да, мне про образование говорит. Давай про интеллект поговорим. Ой-о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 й-
из нас быдло, чел. Быдло. Ты пиздишь. Послушай, быдло. Люмпен хуево, блядь. Я интеллектуал, чел, я гений. Я понял. Попробуй переиграть. Послушай, быдло, я тебя сейчас переиграю. Я перед женой извинюсь за то, что она не спит. Твоя жена шлюха ебаная. Давай. Я понял, а ты подождешь. Беги к шлюшке. Э, кот! Сыкуха ебаная, блядь! Ладно, я надеюсь. Я ручки-то убрал, ручки специально. Я так и знал, что эта сука сейчас будет, блядь, съебываться, блядь, дурочка, блядь, красненькая. Ах, блядь, такой вообще, блядь, пупсик, блядь. Джокер хуй, блядь. И пошел перед женушкой успокаиваться. Много сук вокруг пахнет дерьмом, это трэп-хата. Мой дом как белый дом, и мы в нем курим вместе с Трампом. Мой фул как порно-флот, от него не спасает кого.